Нити Sprain Trait для меня это универсальная технология, которая позволяет нам получить эффект фейслифтинга, работая с нитями. То есть эффект хирургической коррекции возрастных изменений лица. Во-первых, они удобны в работе. Во-вторых, они по эффективности несравнимо эффективны. И в-третьих, они эластичные, что является патогенетически обусловленной правильной технологией для лица. Почему? Потому что мы говорим, мы выражаем эмоции, наши мимические мышцы двигаются, и нити повторяют эти движения, то есть не прорывают ткани. И эффект, и длительность действия этих нитей, он, ну, я хочу сравнить с другими, он более длительный, так скажем. То есть если рассасывающиеся нити где-то действуют по эффективности 4-6 месяцев, ну до 8 месяцев, остальные нити неэластичные 1-2 года, то нити Sprain Trait из практики по эффективности действуют где-то 3-4 года. Ну, может быть и больше. Показания к нитевому лифтингу Sprain Trait. Вот это, пожалуй, универсальная технология, показания которой найти очень сложно с точки зрения ограничений. Она показана как молодым пациентам от 18 лет, так и достаточно пожилым пациентам 90 и 100 лет. Она имеет свою эффективность и применяется с какими-то целями в том или ином случае по желанию пациента. Ну, у молодых пациентов можно создать треугольный овал лица. В Азии это очень модная технология, и у нас тоже. Подчеркнуть скулы. Сейчас это тоже модно. А вот уже когда появляются первые признаки старения после 30-40 лет, то здесь, конечно, можно скорректировать провисание ткани и даже увеличить объем в тех зонах, куда поднимаются ткани. Она хорошо сочетается с липофилингом, с другими технологиями малоинвазивными, которые применяются в косметологии. Потому что, поэтому, подводя итог, я бы сказала, что это универсальная технология для разных возрастов пациентов и разного пола.